Следующая песня была написана для кинофильма «Территория» по произведению Олега Куваева. 60-е годы, геологи переплывают ледяные речки, рискуют жизнью, умирают за родину, в общем-то, за небольшую зарплату. И фильм снят для молодежи. Я подумал, не поймет молодежь. И судьба подарила мне встречу с Вадимом Ивановичем Тумановым. Он очень много рассказывал. Но вы знаете, друг Высоцкого, золотодобытчик, артельщик, человек удивительной судьбы. И в результате появилась песня, которая ему и посвящается. «Территория». Это было в другой стране, по которой прошла война. Мы работали как во сне, и задача была одна, чтобы грубость и красота совместились в твоей судьбе, чтоб ни деньги, ни пустота не мешали смотреть тебе на бескрайнюю территорию, на которой мы все живем. Это родина и не более, но единственная притом. Это родина и не более, но единственная притом. Поменять невозможно нам прожитое под песни нам. В Заполярье остались там и зимовок тоска и фарт. И остался еще запас золотой в мерзлоте земли. Только это уже без нас. Мы все сделали, что смогли, для заснеженной территории, на которой мы все живем. Это родина и не более, но единственная притом. Это родина и не более, но единственная притом. Я не знаю, кто правит ей, сама сберегает своих детей. Если с юга идет война, если с запада все гнилье, и с востока недобрый взгляд, если с севера снег и лед,